Уважаемые участники, вы в течение полугода выполняли задание отборочного этапа, и вот вы добрались до финала. И в течение этих двух недель вам придется решать задачи по сборке и тестированию спутников, строительству макетов ракет, созданию оптических систем и приемных станций, анализу космических данных. У нашей программы есть важная миссия — это разработка комплекса методов по решению экологических проблем при помощи космических технологий. Итак, космическая программа «Сириус-2020» стартовала! Всем удачи! Ни пуха, ни пера! Спасибо вам большое, ребята, и я вас поздравляю с вашими результатами, с вашими достижениями, с тем, что вы достойно справились со всеми испытаниями, и всех участников образовательной космической программы я поздравляю. Удачи вам, спасибо, ура вам!